По данным Приморского УГМС, в связи с активизацией циклонической деятельности на территории Приморского края, днем 22 и ночью 23 ноября ожидается ухудшение погодных условий. Во второй половине ночи днем 22 ноября по южной половине края и на восточном побережье ожидаются сильные осадки до 50 мм. Ночью 23 ноября сильные осадки преимущества в виде снега пройдут на восточном побережье и распространятся на северную половину края с количеством осадков до 50 мм. Выпадение осадков будет сопровождаться налипанием снега на провода и деревья. На дорогах возможно гололедица и снежные накаты. В континентальной части вероятно усиление ветра до 22 метров в секунду. На побережье порывами до 25 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники. В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно сообщать по телефону 112. Берегите себя и своих близких и не подвергайте свою жизнь опасности.